немножко о себе расскажу. Значит, вы можете некоторые мои произведения найти на YouTube. И в этом году мы с Аркашей поучаствовали в Пушкин Британии и попали в лонглист Пушкин Британии оба и я. Так что и Аркадий Ключанский, вы можете почитать стихи, и Аркаши, и мои стихи Пушкина Британии 2017 года. Вот. И, ну, опубликовано две книги моих стихов и издано 4 диска моих песен. Вот. А сейчас, в своем коротком выступлении сегодняшнем, я хочу показать всего три кусочка моего творчества. Это две песни и одно стихотворение. Одна песня будет сопровождаться слайдами, и надеюсь, вы тоже побываете вместе с нами в нашем путешествии 2015 года по каньонам Юты и Аризоны. Я поклоняюсь духам гор, вновь покоряя их вершины, чистосердечный разговор услышат древние долины. И мне ответят, промолчав, когда душа как будто канет в лету, за миллиарды лет поняв, пустым словам доверия нету, пустым словам доверия нету. Гигантские колонны веками сад сохраненный, как стражи непреклонны в каньонах Юты и Аризоны, в каньонах Юты и Аризоны. Как жаль, что нам понять нельзя, о чем молчат золотые лики в закате солнечном поля, скал перламутровые блики, эзотерический баланс фигур причудливых на склонах во много раз мудрее нас. Спокойный, умиротворенный, спокойный, умиротворенный. Все вместе гигантские колонны, веками сотворенные, как стражи непреклонные, в каньонах Юты и Аризоны, в каньонах Юты и Аризоны. Лишь восхищение и страх внушают горы грешным людям, их циклопический размах в контрасте с мелочностью буден. Так величавы и полны богатством кладов во вселенной то, что мы сохранить должны для всех грядущих поколений, для всех грядущих поколений. Гигантские колонны веками сотворены, как стражи непреклонны в каньонах Юты и Аризоны, в каньонах Юты и Аризоны.